Ару Арман. По таким названиям в Семее прошел творческий вечер певицы, композитора, отличника сферы культуры Республики Казахстан, почетного гражданина Тарбагатайского района Гульданы Ногайбаевой. В ходе концерта она исполнила как народные, так и эстрадные песни. Также певица представила свои собственные произведения. Гульдана Ногайбаева – уроженка бывшего Ахсуатского района. Сегодня она является яркой солисткой Государственной филармонии имени Амри Кашубаева. Певица в очередной раз порадовала семичан своим творчеством. Здесь исполняются песни разных жанров – кюи. В программе есть мои собственные песни. Кроме того, перед зрителями на большой сцене выступают и показывают свое мастерство оркестр имени Бибигуль, фольклорный ансамбль регионального командования ШХС, солисты и танцоры. Гульдана Ногайбаева является победительницей многих республиканских и международных конкурсов, в том числе международного конкурса певцов имени Шамши Калдаякова, является лауреатом международного фестиваля «Шабыт», победительница республиканских конкурсов имени Естая, Искендира Хасангалиева и других. По словам мамы певицы, на становление творческой личности Гульданы повлияло воспитание в творческой семье. Сегодня замечательный вечер. Это не первый концерт. До этого проводилось много концертов по всему Казахстану. Я рада, что моя дочь известна и любима народом. Она еще с 4 лет увлеклась творчеством, потому что вся наша семья творческая. Гульдана Ногайбаева – одна из тех, кто совмещает эстрадное исполнение и традиционное песенное искусство на домбре. В репертуаре певицы – произведения народных и современных композиторов. Стоит отметить, что Гульдана продолжает дело своего отца, известного композитора, кюйши, дирижера Рахымбека Ногайбаева. В ходе вечера певица исполнила такие песни, как «Ак Бүкен», «Казах жастары», «Кыз ғұмыр», а также «Кюйе», «Акиге сағыныш» и «Кюй бейбітшілік», которые она сочинила еще в 1-м классе. Гульдана Ногайбаева – талантливая певица, известная не только в области, но и во всей республике. На сегодняшний концерт мы пришли всей семьей, потому что мы поклонники ее творчества, ее голоса. Мы с удовольствием ее слушаем, наслаждаемся ее песнями. В ходе творческого вечера впервые на сцене выступили и сыновья Гульданы Ногайбаевой – Арман и Алинур. Они исполнили песни «Она» и «Биле». Я желаю своей маме удачи, всегда успешных выступлений. Я тоже пошел по стопам своей мамы и выбрал творчество. Хочу в будущем набраться такого же мастерства, быть творческой личностью. Гульдана Ногайбаева в разные годы выступала не только в Казахстане, но и за его пределами. В Турции, Китае, Монголии, России. В ходе творческого вечера певица была награждена благодарственным письмом акима города Ермака Салимова. Сауле Байгалиева, Маржан Нурушева, Ильяс Сабит, телеканал «Семей».